Привет, дорогие друзья! Всем привет! Мы сейчас в Гази-Паше и будем купаться в натуральных каменных бассейнах. Поэтому я думаю, что это видео вам будет очень интересно. Натуральные каменные бассейны в Гази-Паше находятся в местечке под названием Кору. Вот Айхан сейчас идет, бассейны расположены с той стороны. Ну а пока я вам расскажу о Гази-Паше и этом месте. Если говорить о Гази-Паше, то в первую очередь Гази-Паша — это сельскохозяйственный район. И когда мы с вами ехали, Аланья находится с той стороны, и когда мы с вами ехали, по дороге вы видели многочисленные теплицы, белые пятна по течению дороги. Вот это вот теплицы, в которых выращивают огурцы, помидоры, бананы, тропические фрукты. В общем, очень-очень много всего. И Гази-Паша, как я уже сказала, является сельскохозяйственным районом непосредственно Анталии. Здесь также растут гранаты. Гази-Паша знаменита своими гранатами. Ну и располагается аэропорт, в который многие из вас прилетают. Если говорить о натуральных исторических природных достопримечательностях Гази-Паши, то здесь их очень много. Под этим видео в описании смотрите по ссылке, как мы в прошлом году объехали все 6 пляжей Гази-Паши, исторических мест, таких как Антиохия, Иотапе, городской пляж и Голубая лагуна. Голубая лагуна расположена здесь недалеко от пляжа Кору, и мы туда поедем чуть позже. Ну, а сейчас расскажу вам об этом пляже. За мной, как я уже сказала, это местечко называется Кору, ссылку на карту оставлю. А за мной также на вот этой вот горе расположен античный город, в который также можно подняться. И, как вы видите, за мной многочисленные природные бассейны. Температура воды здесь ну, до 35 градусов, может быть, даже и выше, потому что вода из моря попадает в бассейн, и она нагревается очень быстро. Поэтому, как я уже говорила, по ссылке в описании смотрите, как мы были здесь в прошлом году. Ну, а сейчас также будем купаться и наслаждаться. Ехать до этого места примерно 50 километров, ну, где-то около 40-50 минут. И добраться сюда можно на своем транспорте. Автобус, если сюда и ходит, то очень-очень редко. Поэтому только своим ходом. Приезжайте, купайтесь, наслаждайтесь. Ну, а мы идем в ту сторону, где расположены натуральные бассейны. И далее поедем в Голубую лагуну в ту сторону. Айхан до сих пор... А, Айхан уже возвращается, вон он оставил наши кружки и возвращается, чтобы взять полотенце. Когда вы едете сюда или на все пляжи Гази-Паши, берите с собой всегда удобную обувь. Это очень-очень важно. Айхан решил пойти коротким путем, ну а я, потому что очень скользкие камни в воде, а я все-таки решила пройтись более безопасным способом, вот по этим камням. Вот так вот начинаются эти природные бассейны. Здесь, конечно же, они, где они начинаются, здесь мелко. Ну, а с той стороны бассейны достаточно глубокие. Поэтому, если вы плохо плаваете, берите с собой круги, ну и, конечно же, удобную обувь, потому что очень скользко. В прошлый раз, когда мы здесь были, я несколько раз упала прям в воду. Поэтому прям надо идти и примагничиваться. Вот я сейчас, друзья, стою, и я чувствую, что я здесь не пройду, потому что... Смотрите, как нога скользит. Потому что мне скользко. Поэтому буду идти очень дальней дорогой в обход
чтобы не подскользнуться, потому что я с камерой, а камера не в чехле. Поэтому сейчас мы пойдем по всем вот этим вот плитам. И вода еще отсвечивает, поэтому блестит и ничего не видно. Поэтому лучше нам не спешить. И сейчас мы с вами благополучно доберемся до очень красивого места. Вот здесь, как я вам говорила, вода здесь стоит. Ну, она, конечно, уходит, пополняется. О, видите, чуть не подскользнулась. Красота здесь, конечно, невероятная. Очень-очень живописно. Я надеюсь, что вы тоже сможете приехать сюда, когда будете в Турции, в Аланье. Народу здесь всегда очень мало. Но это того стоит. Поездка сюда того стоит. Так. Ой. Посмотрите, как мы штурмуем эти камни. Скользко, действительно скользко. Поэтому нужно идти очень аккуратно. Так, ну мы практически добрались до самого большого бассейна. Айхан уже перенес туда все наши вещи. Вот видите, вода, она, бассейны, они окружены скалами, и поэтому никогда не бывает волн. И вода тоже приходит, уходит, но всегда очень теплая и чистая. Сейчас мы перейдем на ту сторону. Главное не спешить, потому что вот здесь, например, очень скользко, а здесь можно вот так вот перепрыгнуть. Айхан, насыл гизельмы? А? Вот мы пришли к самому главному бассейну. У меня такое ощущение, друзья, что ландшафт изменился, потому что раньше здесь... А, нет, все так же, просто вода немного отступила. В общем, вот такая вот здесь красота. Сейчас будем плавать. Thank you.
сейчас, дорогие друзья, мы приехали в Голубую лагуну. Вон она внизу уже виднеется, поэтому пройдемте скорее туда. Спуститься в Голубую лагуну можно по лестнице. И отсюда сверху открывается просто невероятный вид. Очень красиво. Посмотрите, какая там голубая вода. Очень красивое место. Пляж совсем небольшой, но если вы любите такие тайные красивые места, то обязательно приезжайте сюда. Сюда также можно доехать только своим ходом. Очень красиво. Ну, просто очень. Здесь можно просто не выключать камеру, потому что дух захватывает вот от этой красоты. Но, друзья, здесь надо ходить осторожно, потому что у лестниц нет поручней. И, к сожалению, нужно быть осторожным. Поэтому аккуратно спускаемся вниз. Лестница ведет прямо вниз в лагуну, и если пройти, сейчас я вам покажу, если пройти вот за эти скалы, то за скалами также есть дорожка, по которой можно пройти и посмотреть вот туда вот. Лестница идет вниз, а дорожка ведет вот сюда, и можно попасть на обзорную площадку. Как я вам уже говорила, берите удобную обувь. Вот она, такая небольшая обзорная площадка, где можно пофотографироваться, ну и, конечно же, полюбоваться всей вот этой вот просто невероятной красотой. А с этой стороны уже открывается вид на банановые плантации и на саму лагуну. Вот отсюда уже виден кусочек пляжа. Пляж совсем небольшой и народу тоже очень мало. Ну что, друзья, пойдемте вниз по вот этой вот лестнице. Как вы видите, два человека всего купаются. Ссылку на карту я оставлю также в описании к этому видео, поэтому если захотите сюда приехать, обязательно приезжайте. Но добраться, как я уже говорила, можно только своим ходом, поэтому берите машину в аренду и приезжайте. Сегодня иногда здесь бывают волны, но сегодня волн не так много. И посмотрите, какая вода. Просто красота. Не забывайте заходить на нашу группу на Фейсбуке. Где-то там наверху Айхан делает прямой эфир. Ну, а мы с вами идем дальше вниз. Прямо аж голова кружится, дух захватывает от таких видов. И сразу хочется окунуться в это море.
дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео и вы насладились вместе с нами красотой Гази-Паши. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм, ссылка в описании. Ну и, конечно же, приезжайте сюда. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.